Свято для дітлахів. У парку Шевченка пройшов дитячий фестиваль, організований за ініціативи та підтримки народного депутата України Сергія Ківалова. Для маленьких одеситів була підготовлена спеціальна розважальна програма. Батути, безкоштовна солодка вата, професійний аквагрим та шоу аніматорів. Мені дуже подобається, вранці тут дають безплатну вату і веселяться. Мені подобається, що це ціни тут веселять дуже дітей. Мені подобалося, дуже було приємно. Ну, всем было весело, как и мне. Мне нравится, что здесь очень весело, красивые песни поют. Ну, еще рисуют гримы. Прекрасно, все очень классно. И все очень прекрасно, мне нравится здесь. Мне очень все нравится, батуты прыгать, мне очень нравится. Ну, все замечательно у меня. Нам очень понравилось, мы чисто вышли прогуляться, очень... Ми поражені таким этим. Ми не ожидали, що ми такого побачимо. На концертному майданчику виступали відомі музичні та танцювальні колективи міста. Вихованці Центру культури Одеської юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету. Також були проведені спортивні змагання «Веселі старти». За перемогу та просто участь усі діти отримали солодкі подарунки та іграшки. Крім цього, із великим задоволенням малеча взяла участь у конкурсі «Залиши свій відбиток» із Сергієм Ківаловим. Мне очень нравится, тут очень весело и интересно. Мне нравится, что тут разрисовывают руки. Мне понравились разные конкурсы. Мне понравилось рисовать на руке и сделать отпечатки на листе. Спасибо Ківалову. Атмосфера очень приятная. Детки, я думаю, что остались довольны. Ну и родителям приятно. Ну, все хорошо, все очень приятно. На высшем уровне. Все здорово, все классно. Главное, что детки довольны. Главное, что ребенок, да, счастлив и все нравится. Спасибо за подарки. И Сергею Ківалову респект. Сергей Васильевич вообще очень трепетно относится к детям. Мне нравятся все программы социальные, которые он ведет. Он очень много, это не ради пиара и не один год. Это очень трогательно, что это, ну, постоянная работа. И деткам из детских домов они помогают. И конкурсы, и праздники каждый год организовывают. А большой молодец. Я считаю, что, ну, как бы таких людей должно быть побольше. Потому что депутаты хотят все, а заботиться о ближних, к сожалению, не каждый. Так что Сергею Васильевичу большое спасибо за то, что он есть в нашем городе, за его добрые дела. Неймовірно вразило і дорослих, і найменших гостей свята ексклюзивне шоу ілюзіоністів. Хочу вам дуже подякувати Сергію Ківалову за те, що він нам, дітей наших, зробив таке велике свято. Дітям було приємно, гарна музика звучала, безплатна вода, безплатна вата. Дітям дуже приємно, весело, всі танцювали і шоу ілюзіоністів просто супер. Дуже дякуємо. За ініціативи народного депутата України з нагоди Міжнародного дня захисту дітей підготували цілу низку святкових заходів. Дитячий фестиваль у парку Перемоги, екскурсію у біопарку, дитячі свята для дітей Приморського району. Ми попали вчора ще на парк Побєди. От, мали, кажуть, нам понравилося, ми хочемо ще. Я говорю, ну хорошо, я говорю, обязательно, я говорю, если будет где-то, я говорю, то пойдем. Когда нам сказали, что еще здесь будет проходить, то, естественно, я говорю, я сюда с ними пришла. Вот, они сейчас в таком диком восторге, один прыгает, это здесь соревнуется. То есть у них как бы, по-моему, зашкаливание по полной программе. Спасибо за организацию, спасибо Сергею Ківалову за то, что он создал для детей такой праздник. То есть там одно большое-большое-большое спасибо. Сам по себе праздник замечательный, День защиты детей. И я думаю, что наши депутаты, которые обращают внимание на детей, проводят такие праздники, это будет хорошо и для города, и вообще для детей, потому что они как-то не сидят дома, выходят, гуляют, общаются, проводят какие-то для них мероприятия. Это очень хорошо, что такие праздники существуют, и они проводятся. Зазначимо, що традиційно гостями таких свят стають також діти, позбавлені батьківського піклування, з особливими потребами здоров'я, а також з дитячих будинків регіону.